Всем привет, дорогие друзья! С вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как же все-таки откатиться с бета-версии на релиз, какие здесь нюансы, и давайте приступим к обзору. Начнем с того, что сам откат с бетки очень прост. Вам нужно будет просто зайти в настройки профиля, удалить сам профиль, перезагрузить устройство и опять же подключить к iTunes, обновить, либо же обновить по воздуху, когда придет релиз. Опять же, показываю это вам демонстративно. Здесь перешли в настройки основные. Спускаемся в самый низ. У вас здесь вот будут профили. Вот у меня здесь пусто, но у вас будет здесь сам профиль. Вы его удаляете, перезагружаете устройство и все, и ждете релиз. То есть ничего здесь сложного нет. А чтобы прилетело вам обновление на релиз, когда вы на бета-версии, нужно опять же удалить профиль с бетки, ждать релиз. Если же у вас бета-версия с названием GM, это уже предрелизная прошивка. Она уже есть официальная, которая выйдет для публичного обновления, чтобы вы понимали. GM — это Golden Master. То есть обычно там, если даже через неделю, через 2-3 дня, то есть она никаких багов, фиксов не несет, это уже есть релизная, просто на профиле, чтобы вы понимали. И все равно, если вы удалите, вы опять же вам прилетит это обновление. Может быть, там будет изменение в серийном номере самом. А если вам нужна конкретная прошивка iOS, начнем с того, что на каждый девайс, iPhone, iPad, MacBook, действует подписка. Когда вы подключаете устройство Apple, вы можете выбрать любую прошивку на необходимую, уточнить для себя, подписывается ли еще она самой Apple. То есть, что это имеется в виду? Когда вы скачаете какую-либо прошивку и начнете обновлять через iTunes, у вас будет постоянно вылетать ошибка. Чтобы этого не было, вы просто зайдете на сайт Apple и посмотрите, какими же прошивками в данный момент на конкретное устройство подписывается. То есть является той, с которой вы сможете ознакомиться в самом процессе и установить, чтобы она работала. Если же нет, тогда нет смысла ее скачивать и устанавливать, так как попросту ничего с этого не выйдет. Будет выбивать ошибку раз за разом. Я думаю, должно быть с этим понятно. Вот, в принципе, и все. Чтобы вы понимали, ничего сложного в этом нет. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, делитесь этим видео с друзьями, пусть они делятся. И прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. Всем пока!